Всем привет. Был у меня, значит, вот такой вот ключ, который я использовал на постоянку для Ford Fusion. Ну, стандартный ключ, еще один был запасной. В общем, было всего два ключа. Этот я сделал полным дубликатом, заказал на Али. Ко мне пришла болванка вместе с чипом. Чип прошили, сделали клон с этого ключа. Ну и, соответственно, запрограммировал на фьюжике я его уже сам. Там вообще плевое дело. Сейчас вот появился еще вот такой ключ. Насколько он меньше. Вот, я думаю, всем видно хорошенько. Еще его особенность в том, что у него расположение вот такое. А у этого расположение вот такое. То есть, кому интересно, можете смело пройти по ссылкам в описании, заказать себе либо такой ключ. Особенности второго вот этого ключа, ну вернее как бы третьего либо четвертого уже. Этим тоже можно открыть машину. Завести нельзя, потому что нет чипа здесь. Но на всякий случай его можно таскать с собой. Ключей много не бывает, в принципе. В общем, вот этот вот ключ я переделал из этого ключа. То есть достал внутренности, поставил сюда вместе с чипом. Единственное, что нужно было нарезать только лишь лезвие. Ну и вот посмотрите. Этому 14 лет. Этот нарезал вчера. Мастер просто супер. Ссылка на контору, где я нарезал, оставлю в описании. Мало ли, вдруг кто из Москвы кому-то понадобится. В общем, как-то так. Но он реально меньше. Вот такие вот два малыша теперь. Ключей много не бывает, и лучше их сделать наперед больше, чем потом, потеряв последний, бегать и искать, как открыть машину. Для заказа вот здесь будет картинка, описание тех параметров, которые нужно заказывать. Ну, в принципе, вот и все. Все остальные ссылки будут в описании. Всем пока!